Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой, и я рада делиться своими впечатлениями и ощущениями с любителями парфюмерии. Ароматы гармонии, тепла, уюта, чуть деревяшистые, чуть специи. Вы такие умиротворяющие. Вот именно, знаете, не ароматы на праздник, не ароматы буйства, не ярмарочные, а такие интеллигентные, тонко скроенные, подходят как мужчинам, так и женщинам, все абсолютно унисексовые. И, что удивительно, красиво сидят на любом типе кожи. Да, по-разному, но красиво. Не выдается ни одна неприятная нота, ничто не индолит. То есть, удивительно правильно собранной композиции. Бренд называется Carner Barcelona. Это ароматы, как мне кажется, которые обязательно стоит пробовать в рамках нишевой парфюмерии. Мире, то есть это то, что, на мой взгляд, идеально скроено, вот просто парфюмерами идеально. Они абсолютно все разные, это и деревяшистость, и специевость, и единственное, что их объединяет, это интеллигентная в меру. Такая вот правильно, в меру сладкая, в меру специевая композиция. Все ароматы в распиве, и обязательно стоит их попробовать, если вы любите унисекс и любите ароматы не то, что необычные, ни на что не похожие, а именно уютные, такие вот комфортные. И да, они стойкие, действительно стойкие, и D600, и Мегалиум, и Рима 11. Я обязательно оставлю все композиции, описание и мои ощущения от каждого из ароматов под этим видео. И оставлю цены на Атлеванте. Прекрасные. Я обожаю их, и некоторые уже у меня в повторе. То есть многие у нас уже закончились. Мы носим вместе с мужем с огромным удовольствием. Ну вот тут еще Саймон тоже присоединился к носке аромат. Это ваши заказы и подарки к ним. Tom Ford Lost Cherry. Аромат вишни. Такой настоящей японской вишни с косточкой, с таким ликером. Очень сочный, приятный и с миндалем немного. Да, Джилет Хезеган, который я сегодня как раз собиралась снимать. Смотрите, кто тут улегся-то рядом с ароматом. Я выкладывала, чтобы его сфотографировать. А Бетси пришла такая юзюнькая маленькая. Она любит, чтобы ей животик чесали. Бетси, ты тоже любитель малины? Ты что ли любишь ягодки? Ты настоящая девочка. Ты очень любишь десертные ароматы. Ой, слушайте, такой вкусный аромат. И это видно, да? И это видно, что тебе нравится. Она еще с ним обнималась. Я не успела заснять. Вот ребенок у нас. Вот девочка настоящая. Вот так. Ох, Джульет Хазуган. Это ты, Джульетта, с пистолетом-то, Бетси? А слышно вам, как она бурчит? Вот. Глазки разные. Это потому, что не надо трясти беременную кошку, у меня муж говорит. Вот, поэтому глаза и разные. Да, шутит, конечно. Вот такая девочка со своим ароматом. Да, да, твой оставлю тебе. Хорошо, оставлю. Это действительно ужасно вкусно. Малина, такое малиновое суфле, безе, в общем, что-то очень взбитое, приятное, сладкое и гурманское, дико комплементарное, просто дико. И в подарок аромат, который вы выбрали, Ангел и Демон Le Secret от Givenchy. Должна вам сказать про этот аромат, что он очень необычный, сильно отличается от всех в этой линейке. Здесь клюква. Таким образом, у нас с вами получается просто ягодное буйство. Вишня, малина и клюква. Прелесть. Все в одном заказе. И на этом подарке прекрасном я не остановилась. Кстати, флакончики эти по 12 мл, а не по 10. Заказ был по 10, поэтому вот так. Десяточка у меня закончилась и нужно будет дозаказать. Поэтому все равно получается больше я наливаю. Но ничего, это хорошо. Я люблю делать подарки. В общем, подарки будут еще. Это будет маска с центеллой от Viti Cosmetics. Очень хорошо снимается
снимает раздражение, для чувствительной кожи великолепное увлажнение. И хочу, чтобы вы попробовали от Marc Jacobs, знаменитые их тональные средства, по-моему, вышли новые в линейке, кстати, здесь есть и база тоже под макияж, вот такие пробнички, но здесь довольно много, я пробовала их, наносила, наверное, мне хватило на 4 макияжа. Вот, вот такие прекрасные подарки. Пока еще ароматы есть и подарков еще достаточно, успейте сделать себе приятное. Рассказать вам об ароматах под брендом Jill Sander. Мне кажется, зря о них так мало говорят, ибо в них есть какая-то очень удивительно интеллигентная, тонкая ДНК. То есть ароматы не самые дорогие, они по вполне доступным ценам, при этом они довольно стойкие, очень разные, но во всех в них прослеживается, как мне кажется, ДНК, похожая на какие-то ароматы Guerlain, либо это ароматы от бренда Bottega Veneta. Если вам нравятся эти бренды, то, скорее всего, вам понравится и более вот такой бюджетный вариант. Ну, относительно, конечно, бюджетный. То есть это не ниша, это вот такой доступный люкс. Но очень качественно сделанный. Просто удивительно. Давайте, наверное, начнем говорить о таком вот аромате. Красивый, смотрите, какой фиолетовый внутри. Очень красивая упаковка. Они довольно интересно закрываются, видите, то есть у них такой как бы замочек есть. Красивый цвет, я обожаю вот этот фиолетовый в крапинку. Да, и действительно содержимое тоже несколько фиолетовое. Это, пожалуй, самый тонкий из ароматов, который есть у меня, у Jill Sander. Называется он стиль, правда стильный. Что в нем такого фиолетового? Фиалка ирис, друзья. Но необычно то, что это коктейль с манго. С вот этими слегка минорными, тонкими, очень интеллигентными цветами. Красиво, да, тонко. Похоже, как мне кажется, на какой-то уход фиалково-ирисовый. Никаких мыльных нот здесь нет, но тем не менее мне напоминает уход. Вот своей тонкостью. И, на мой взгляд, это аромат на каждый день для интеллигентной девушки, женщины. И он точно совершенно вне возраста. Он относится к восточно-древесному цветочному семейству. Не могу сказать, что сильно древесному. Да, оттеночки там легкие, древесные есть. И амбра, ваниль, мускус есть. Но самое главное, что мне в нем нравится, это, конечно же, вот эти загадочные, чуть минорные, интеллигентные, тонкие цветы, ирисы и фиалки. Потрясающе, очень вкусно. Тонкая, легкая нотка кардамона здесь присутствует, розового перца. Также есть и жасмин, магнолия. В общем, я все нотки вам распишу под этим видео. Красивый, тонкий и, да, на каждый день точно совершенно подойдет любителям ирисово-фиалковых ароматов. Самый неоднозначный, но самый стойкий, густой. Вот уж правда похож, на мой взгляд, на уход, знаете, такой вот специево-пудровый, ванильно-молочный, красивый. Вот это именно так называемая edition версия, да, Jill Sander Sun Anniversary Edition. Теплый, сливочный, специевый, красивый. И у них, смотрите, какие флакончики. Я для себя, видите, даже отметила, сколько осталось, потому что, правда, плохо видно, и можно только под светом, да, под прямыми лучами посмотреть, что же там, сколько осталось. Все они у меня в распиве. Так вот, это самая Anniversary Edition. Это восточный цветочный аромат. Да, семейство действительно восточное, ибо здесь есть море просто белых цветов, но такая сложная композиция. Он еще с 1989 года выпускается, вот этот аромат. Та самая густая, сложная композиция, которую уже не так легко найти. Но он настолько носибельный, у него сладость какая-то очень правильная. Здесь и ваниль, и бобы тонка, и амбра, и бензоин. Все есть, но он очень
очень душистый, красивый. Осталось уже немного, и меня попросили вроде бы как оставить остаток во флаконе, но чуть-чуть еще смогу поделиться, по 5-10 мл. Вообще все они в распиве, и не просто в распиве, а в акции. То есть вы берете два, и третий отливант в подарок в таком же объеме. Просто хочу, чтобы вы попробовали эти ароматы, очень тонкие, интеллигентные, как мне кажется, они звучат гораздо дороже своей цены. Вот в чем штука. И третий аромат Jill Sander Simply. Вот такой красивый у него флакон, смотрите, какой интересный. То есть вот здесь пластик, но очень хорошего качества. Смотрите, кажется, что это как будто бы даже и стекло. Вот этот самый, как мне кажется, мускусно-красивый аромат. Да, действительно стойкий, я очень долго его слышу, хотя, смотрите, это туалет, представляете? Но он безумно стойкий. А что в нем необычного? Некоторое время назад я пробовала носить Cartier Пантеру, и мне она показалась душноватой. Да, красивые ноты кожи, красивая пудровость. Мне душно, душно, тяжело, и я не смогла носить ее. Хотела купить полный флакон, хорошо, что не купила. И сейчас я поняла, снова стала обращаться к Jill Sander Simply, вот этому аромату, и я поняла, что они очень похожи звучат. Но Simply, он вовсе не Simply, кстати, не простой, он сложный, не знаю, почему такое название. Он действительно с нотой кожи и сладкий, густой, специево такой вот мускусный, но... Он очень деликатно сделан, и он не душит, и он не выдает вот такую, знаете, как будто бы старую пудру, которую мне выдает Cartier. К сожалению, да, но у всех на коже по-разному раскрывается, конечно. Так вот, этот самый аромат, он, конечно, безумно красив. Simply тонкий, стойкий и густой при этом в стиле Cartier. Вот как удалось сделать такую интересную композицию, я не знаю. И цвет очень мне у него нравится. Это, конечно же, цветочный шипр. И груша здесь есть, и специи, кардамон, и туберозы, и фиалка. Здесь очень-очень много всего. Красивый букет со специями. Но вот этот шипр я обожаю. Очень мне нравится. Советую обязательно вам его попробовать. Если, особенно если вам Cartier также либо нравится, либо сладковат. То есть в любом случае любителям Cartier он тоже должен понравиться. Это ваши заказы и подарки к ним. Здесь подборка ароматов, которые создают романтическое, такое очень нежное настроение. Ароматы, которые никогда вас не удушат и сделают ваш день таким томно, нежным, женственным и сексуальным. Все эти ароматы комплементарные, даже очень. Это Aqua Liguria, Тизура, нежный чай с белыми цветами, безумно красивый аромат, и, кстати, долго я его на себе слышу от Guerlain. Конечно же, потрясающий La Pêche от Eisenberg, аромат, который мне лично напоминает, знаете что, как будто бы это ночная сорочка из шелка. Вот так тонко он выполнен, очень, я бы сказала, ювелирно. Красивый аромат, нежный, очень женственный. La Secret – это «Ангел и демон» от бренда Givenchy. Одна из немногих вот таких прозрачных версий, которая, я имею в виду, в прозрачном флакончике, которая мне действительно очень нравится. Аромат не сладкий, с нотами клюквы в сахаре. Ну, то есть она такая с горчинкой, с нотой довольно тонкой, то есть вы не заметите, это не взрыв ягодный, это именно вот так деликатно, красиво, и довольно сильно он отличается от всех остальных в люксе. Аромат, который очень зря сняли, Splendide Bulgari Iris Dior. Аромат, во-первых, мне ужасно нравятся вот эти флаконы. Они, конечно, не очень удобные в использовании, но они красивые, согласитесь, как печать сверху золотая. И Iris Dior
Флор – это именно чисто ирисовый аромат, конечно, там еще букет других цветов и трав, но это такой чистейший, с корешками и с лепестками, слегка пудровый, но не сладкий аромат на каждый день, аромат тонкой и женственной натуры. Следующая вариация – Сплендида, Магнолия Сеншил, вот так лучше видно. Магнолия – цветок и аромат с кислинкой, но какой-то очень правильной кислинкой. Вот я вообще не очень люблю кислые ароматы, но здесь настолько она гармоничная. Я бы сказала, что это интеллигентно, звучит очень интеллигентно. Опять же, тонко мускусного бы аромата, красивые. Да, как-то они у меня так пошли в распив очень быстро, и я тоже стала ими активно пользоваться дома. Вообще, все вот эти ароматы, они великолепны, конечно же, когда вы дома находитесь, чтобы никого не удушить, и зимой проветривание каждый час не сделаешь, как летом, да, поэтому очень важно носить такие ароматы, которые нравятся, комфортные, и которые не удушат. Ну и аромат, без которого никак не могла обойтись в данной подборке, Pure Musk, это тонкий мускус, аромат белой накрахмаленной рубашки, чистого белья, знаете, такого вот морозного, я бы сказала, белья, которое сушилось на морозе. Если помните, раньше мы так делали, бабушки наши вешали на балкон белье, чтобы оно приобрело вот такой чуть морозный, приятный, очень холодный такой аромат. И здесь красивый, конечно же, мускус Нарцисса Родригеса, сладкий мускус, но именно в этом аромате он очень тонкий и такой неявный, не столь явный, как во всех остальных. Вот такая чудесная подборка, если вдруг вы тоже любитель тонких, красивых и нежных ароматов, то обратите на них свое внимание. И в подарок я предложила вот такой вариант, и вы согласились и сказали, что да, это замечательно и хотите попробовать, поэтому дарю, друзья, пользуйтесь. 100 мл гидрофильное масло для умывания лица, снятия макияжа, для нормальной сухой чувствительной кожи. Это профкосметика, шикарное, я использую сама каждый день это масло. И да, я думаю, может быть, еще что-то такое приложить в подарочек, чтобы было еще приятнее. Друзья, пока подарки еще есть, ароматы еще, как вы видите, есть. Айзенберг Лапеш, если вы планируете сделать заказ, то напишите заранее, потому что он стремительно исчезает. Это один из самых нежных, мускусных, красивых, таких вот белоцветочных, немножко минорных ароматов. Спасибо огромное, что вы были со мной по вопросам приобретения от левантов или ароматов в полном объеме, обращайтесь, пожалуйста, ко мне по электронной почте. Я оставлю все контакты в описании к этому видео. Я желаю вам удачи и, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся!